он сегодня проводит. Говорили некоторые эксперты о том, что, возможно, Йоба... На 7-й Ахмет Мусаци. И в нападении 9-й номер Эммануэль Эминики Фенербахче Турция. Капитан команды здесь Джозеф Йоба, главный тренер Стивен Кеш. В воротах сборной Аргентины 1-й номер Серхио Ра... И поехали. Маскерана пытается включиться в атаку. Но сейчас пас не тот. В обороне. И Эньяма выручает свою команду. Но буквально спустя секунду Аргентина все же выходит вперед. Очень быстро, как и в том матче против Боснии. Но уже исключительно своими силами аргентинцы забивают первую. Уже на 3-й минуте игрок сборной. Мяч под левую ногу. Но там аргентинцы, видя, что не может подняться на ноги Хавьер Маскерана, который как раз на подстраховке и сыграл здесь. Которого часто обвиняют именно в этом. Именно в том, что из... И можно бить отсюда в дальний угол. 1-1. Блестящий совершенно гол на 4-й минуте забивает и сборная Нигерии. В обратную сторону. Агуэро. В той встрече. Вообще мы с вами могли упомянуть, не отличился ни разу. Штрафную очень сильно это действует в обороне в том числе. Но вот прорываются аргентинцы этого года, но повести сборную Того туда Кеша не дали. Уволили и назначили немца от Баптиста. Здорово. Простой дриблинг идет и передача штрафную. Вовремя передач. Только сейчас. И не точно. Рицели молчит. Рицели смотрит без особого интереса на это единоборство уже на газоне. Но обыграл. Почему последний на Белье? Дальний удар его на правом фланге не понял. Вот это неприятно было, но мяч летел над перекладиной. Да, Дембинге издали бить тоже может. Так вот, эта самая фирма подарила Левке, сейчас вываливается на ударную позицию, но подталкивает на ударную позицию и пытается, кажется, сделать передачу. Вряд ли он с такой, начало атаки. А вот это очень классный дриблинг был в левом месте. И как же жаль, что по совершенно. Опасный момент. Агуэро разводит руками. По уровню. И он с этим ударом справляется. Кому? Самому себе аплодирует каранской тактике. Игрывают. Из этого был забит гол. Из-за этого возник сейчас опасный момент. И снова сейчас прозевали. И чуть было не воспользовался этим Игуаин. Соперников заметил это Николай. Устал. 20-й номер сборной Аргентины Серхио Агуэро. Ладно, шутки в сторону. Судя по всему, Месси у мяча. А, или же Эминики перекрывает вот этот левый фланг для передачи. Удар Месси блестящий в девятку, но и Эньяма на высоте. Просто здорово играет. Неприятный мяч опускался, и Эньяма не мог его зафиксировать. Что говоришь, не трогал он его? Нет, было. Мяч или выбили из-под ног, это не важно, потому что Рицели фиксирует фол на Лионеле Месси. Да, по-моему. И Лео Месси у мяча. 2 минуты добавил судья. Лео Месси... И здесь уже Эньяма ничего поделать не может, потому что со второй попытки Месси пробил еще лучше. Это его 4-й гол на чемпионате матча с Колумбией. Стояли с каменными совершенно реальные полузащитники сборной Аргентины. 5-й Фернандо. 2-й тайм начался. Не хочется сгладить, конечно же, но кажется, команды решили поддерживать свою команду изо всех сил. И никаких упреков после этого матча нигерийские футболисты в свой адрес не услышат, как бы он ни завершился. Желтая. Отличная передача. Обратную получает Муса. Опасный момент. 2-2 на 47-й минуте. Ахмет Муса. Нападающий московского ЦСКА забивает 2 мяча в ворота сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. Еще одна подача Ньяма блестя. И во втором то же самое произошло, но в обратном порядке. Еще одна желтая карточка. Да. Хорошо, мяч закручен. И 3-2 в пользу сборной Аргентины после стандартного положения. Ну, защитники аргентинские там в обороне свою основную работу выполнили плохо.
Я думаю, что половина Аргентины переедет. Соперника и выдает передачу, которая могла бы стать голевой, если бы Гонсало Игуаин в очередной раз. Такая рифмованная атака сборной Аргентины. Через правый фланг прострел. Аккуратнее можно действовать. Опасный момент. Месси реагировал на этот прострел с левого фланга. Для Нигерии отскок. И аргентинцы дойдут. Ой. Но когда он стал тренером, и особенно после того, как его, у которого были очень разные прозвища, когда он играл в футаге, дело сейчас может дойти до удара. Но это была простая. Поддержка есть. Эмбро. Но вот последние 5 минут как-то игра. Футболисты выбиты немного из ритма. И заброс верхом. Эменике. Эменике. Ну, зрячая, между прочим, Муса. Ахмед Муса. Замахнулся в буквальном смысле на хет-трик. Основной для Лионеля Месси, которого на поле уже нет. Играет Сабалету Муса. Нет, здесь Сабалета все-таки справился. Ох, как Мария делает передачу, закидку в штрафную. Очень красиво, очень интересно, очень необычно был исполнен этот штрафной. Забросил мяч Черпачком. Сейчас посмотрите, как атакуют. Очень легко убирает с своего пути защитника. И вздохнули трибуны. Потому что смотрелось.